Друзья, вот это здание, самая первая почта в Тольятти, вот именно вот это здание. На улице Карла Маркса это первая почта в нашем городе. Вот так. Площадь Свободы, вечный огонь. Довольно холодный такой денек. Просто холодный ветреный день. 21 октября. Суббота. Так как говорят, у природы нет плохой погоды, правда? Жилина. На Жилина попилили много старых деревьев. Старых деревьев, вот таких же диких яблонь или каких-то ранеток, вот здесь было больше. И посадили какие-то росточки, чего-то там, липы, что ли, не пойми чего, так близко друг к другу. Короче, друзья, через 30 лет заглянем с вами сюда и посмотрим на большие красивые деревья. Улица Жилина. Детская музыкальная школа номер 3. 1956 год постройки. И все это спрятано за сайдингом. Это не очень, друзья, не очень за сайдингом. Смотрите, еще старинный дом. Тоже очень красивый. Нажили. Жилина 9, ВТБ банк, а вон КБшка.
у меня руки замерзли. А, кафе Маруси на Жилина. Я заходил туда с девушкой, большой девушкой. Мы там пили кофеек, помню. Какой красивый большой дом. На этом месте в начале 2000-х годов, еще в 2003-2004 стояла старинная водонапорная башня. Вот, ее снесли, и на этом участке, на этом месте построили такой замечательный дом. Он один такой уникальный. Улица Жилина. Красивый дом. Большой. Большой и красивый. Жилина 13А. Красавчик. Руки грел об эту банку, пока она была теплая, из магазина. Вот, а сейчас пью, ну, пока не охладился. А ведь если учесть, что красота – это страшная сила. А вот здесь на Жилина, в одном здании с этой библиотекой, находился художественный салон «Куб». Куб. Вот я сюда приносил свои первые работы какие-то. И, кстати, их покупали даже. На комиссию я приносил сюда, в салон, несколько своих новых работ. Последних, самых, вернее, первых. Первых, последних, короче, которые я ориентировал на коммерцию такую непростую как-то. Покупали иностранцы, мне даже вернули какие-то там 500 или там, я не помню, или 300, или 200 рублей. По тем временам, в середине 90-х годов, вот здесь, я приобрел какой-то опыт и подумал, что, наверное, я рисую не зря. А это что, Акваленд строит крытый аквапарк? Интересно, что это? Я обязательно приду сюда зимой, если это запустят. Такой блестящий, сверкающий, вонючий магазин китайских товаров. Знаете, я зашел в него погреться, Мегапланета. Чтоб вы с нами были, спасибо, Тихал. Вот, я сделал здесь пару неудачных покупок. Сумку купил, которая 100 лет мне не нужна, и купил обувь, которую через год выбросил. Короче... А, кстати, к этому запаху привыкаешь. Походил, и уже кажется, что не пахнет. А когда только с улицы зайдешь, запах неприятный. И вот пенаты напротив Паныкинского леса. Современное, более такое дорогостоящее жилье. Ну вот, тут они хорошо устроились. Имидж – ничто. Жажда – все. Друзья, когда переобуваемся? Я так и не понял наш прогноз. Когда? Сейчас или через неделю? Или через две?
Вот очень странная архитектура на улице Баныкина. Что это? Хрен его знает. Все заброшено и запущено. А вот напротив Баныкинский лес. Там, кстати, озеро. Вот там. А вот и Fusion Club. Ну, здесь мы, друзья, с вами уже были. Стою у трапа самолета. Аэрохол. Сумка с надписью «Динамо». Помните, Александр Барыкин? Вот тут был такой замечательный певец. Очень-очень давно. Выбор смартфонов полностью отстойный, тех на дешевские Infinix и так, короче, полные фоки, всякие поки, всякая херня, ничего вообще, даже по-моему Samsung A54 не было вообще, просто парковался выбор побогаче стопудово. А Аэрохол, он весь какой-то детский, вот просто мне кажется, это гипермаркет для детей. Вот детям с родителями здесь гулять, здесь вообще взрослым дядям, таким как мне, например, делать совершенно нечего. Вот, друзья, о главном. Мне нужна помощь в приобретении хорошего смартфона с хорошей камерой. Вы знаете, то, что мне нравится, стоит приблизительно сотку. Вот, я просто не могу себе позволить такой дорогой телефон, но он реально хорошо снимать будет все мои будущие ролики. Так что так.